Друзья, у меня сегодня к вам очень важная информация. Пожалуйста, дослушайте ее до конца. Информационная платформа «Россия. Страна возможностей» систематически организует номинации людей, создающие социально полезные проекты. Сейчас, до 17 января, у вас есть возможность номинировать своего самого любимого блогера, который, как вы считаете, приносит пользу обществу в одной из 7 номинаций. Номинации такие: бизнес, добро, воспитание, здоровье, спорт, экология или университет. Если в ваших подписках есть такой человек, и он достоин этой номинации, то у меня в шапке профиля есть ссылка, пройдя по которой вы окажетесь на странице голосования. Нужно заполнить всего 3 пункта. Выбрать одну из 7 номинаций, вот которую я только что перечислила, вставить скопированную ссылку на его страницу, а это может быть и YouTube, и Instagram, и TikTok, и ВКонтакте, любая страница, и оставить свою почту для получения информации об этой премии. Все, больше ничего делать не нужно. И 25 января этого года состоится церемония награждения. Все, всех люблю, всем удачного дня и до встречи!